Всего 5 упражнений, 2 круга. Между упражнениями можно делать перерыв на отдых, на восстановление. Первое упражнение – 10 приседаний сумо. Далее подъем таза из положения лежа 10 раз. Контролируем положение поясницы без прогибов. Фиксация таза в верхнем положении на 10 счетов, 10 дыханий. Выпады на каждую ногу в статике по 10 раз. Стремимся соблюдать положение ног под прямым углом, центр тяжести направлять на заднюю ногу. Приседания 10 раз, стопы на ширине коврика, контролируем положение бедра параллельно полу. Потяните каждую ногу, переходите ко второму кругу. 5 упражнений по 10 раз. Укрепление мышц живота. Тренировка для пресса укрепления мышц живота. 10 скручиваний прямых, 10 подъемов таза, 10 касаний носка, 10 касаний стоп. Всего 3-4 круга. Начинаем с прямых скручиваний 10 раз. Поясница прижата к полу, шея расслаблена, подбородок направлен вверх, взгляд вперед. Руки вдоль туловища, ладони на коврике, выпрямляем ноги, подъем таза 10 раз. Ноги прямые, поясница прижата к полу, касание ладонями носка. 10 раз. Касание ладонями стоп по бокам. 10 раз на каждую ногу, всего 20 касаний. Подтягиваем к себе колени, обнимаем,
расслабление. Проделываем упражнение 3-4 круга. По завершению растяжка для мышц живота в прогибе. Опора на внешнюю часть стопы, ладони под плечами, грудь вперед. Сила для рук. Первый круг разминочный. Начинаем с обратных отжиманий 10 раз. Движение по вертикали. Стремимся соблюдать угол 90 градусов, локоть, предплечье. Круговые вращения руками. 20 раз в одну сторону, 20 раз в другую. Далее планка на выбор. На прямых руках, на локтях. Следим за техникой выполнения. В планке на прямых руках ладони под плечами. В планке на локтях угол 90 градусов локтя. Тело в одну линию. Плечи стремятся к тазу. Проделываем данное упражнение 3-4 круга. В качестве заминки отстраиваем тело в положении, стопы на ширине плеч, руки впереди, спина прямая. Всего 3-4 выдоха.